Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Мат-помощь, жилье и карьерный рост. Бобруйск принимает молодых специалистов. Понимают, что мы только после университета, у нас, по сути, нет никакого опыта, кроме практики. За время интернатуры я освоила все медицинские манипуляции. Как проходят первые дни на работе. Увидела клубы дыма, позвонила спасателям в деревне Химы. Сгорел дом, пенсионеры остались без кровов. По всей площади повреждены перекрытия дома и веранды. В чем причина ЧП? Включите фары. Завтра на дорогах страны стартует акция «Внимание, дети». Водителям необходимо двигаться в светлое время суток со включенным ближним светом фар. Что запланировано? А также новый аппарат для центральной больницы, удачный матч и дождь с солнцем на пару. Что обещают синоптики? Материальная помощь, жилье и перспективы карьерного роста. Государство поддерживает молодых специалистов. Выпускники колледжей и университетов приезжают и в Бобруйск. Новоиспеченные учителя и врачи осваиваются на рабочих местах. Как проходят их первые дни, знает Анастасия Похлестова. Совсем скоро стартует новый учебный год. В классы вернутся не только школьники, но и учителя. В коллективах встречают молодых специалистов, которые приехали в Бобруйск по распределению. Анна Лихно окончила Могилевский педуниверситет. Педагог признается, с детства любила учиться и передавать свои знания другим. Поэтому другую профессию даже не рассматривала. Девушка выбрала распределение в родной город. Будет работать в первой гимназии. Анна уверена, распределение – это очень хорошо. У молодого специалиста сразу появляется первое рабочее место. Сейчас не так просто найти именно сразу место молодому специалисту, потому что всегда требуется опыт. Вот. А так есть такая возможность, есть возможность выбора. У меня была возможность выбора на распределении. Именно почему в Бобруйске? Потому что считаю, что родные стены помогают. Встретили очень радушно, поддерживают, потому что понимают, что мы только после университета. У нас, по сути, нет никакого опыта, кроме практики, которая была в университете. Поэтому пока что все хорошо. Валерия Серик только-только окончила университет в Барановичах. Профессию выбрала не случайно. Валерия – активный творческий человек. Девушка будет классным руководителем у пятиклашек. Молодой наставник родом из Гомельской области, но с радостью приехала в Бобруйск. Выпускнице предлагалось место в общежитии, но Валерия решила снимать квартиру. Я рада, что я здесь. Мне нравится город Бобруйск. Есть волнение, просто пока не знаешь, как отнесутся дети, как они воспримут меня. С помощью администрации, то мне все получится. Эмма Мартиросян танцует с самого детства. Душа лежит к балету, но без внимания не остаются и другие направления. Эмма решила связать с танцами дальнейшую жизнь, поэтому после 9 классов решила поступать в гимназию колледж искусств. Теперь она руководитель танцевального коллектива. Графических миниатюрах 6 лет. То есть я тут в этом коллективе я сама танцевала и сейчас пришла сюда преподавать, поэтому мне как-то тянет к танцам, поэтому всю жизнь с танцами. Пока все устраивает, я не так давно здесь работаю, поэтому да, пока все хорошо. В целом школы педагогами укомплектованы. И все же есть потребность в учителях математики, физики и начальных классов. Растет количество детей младшего школьного возраста. К началу нового учебного года для работы в учреждениях образования нашего города прибыло 105 молодых специалистов, причем 60 из них бобруйчане. Русский язык, английский язык, учителя физической культуры прибыли, география, биология. Молодыми специалистами пополнились не только учреждения образования, но и здравоохранения. В городские поликлиники и больницы прибыли врачи и медсестры, только получившие диплом. Анна Шалагинова окончила Бобруйский медколледж. По распределению попала на работу в родильный дом. Признается, очень довольна первым рабочим местом. По словам Анны, но ее встретили очень хорошо. Более опытные коллеги во всем помогают и поддерживают. Очень рада, что попала по распределению в Бобруйский роддом. Я с детства мечтала работать с маленькими детьми в отделении новорожденных. У меня не было ни сестер, ни братьев маленьких. Я не знала, как их держать правильно, как кормить правильно. Но теперь не страшно уже. Когда я передаю ребеночка маме, я вижу ее счастливые глаза и очень дорожу своей профессией. Елена Шумилина – выпускница Витебского медуниверситета. Девушка уже год работает в роддоме. До этого проходила здесь интернатуру. По ее словам, созданы все условия для комфортной работы. Государство поддерживает молодых специалистов. Мне здесь нравится. За время интернатуры я освоила все медицинские манипуляции.
Здесь очень хороший коллектив, который создал все условия для того, чтобы мы освоили все необходимые знания. Когда мы приехали, нам всем были подъемные. Плюс за то, что я сейчас молодой специалист, мне не нужно платить налог на арендное жилье. То есть бонусы есть. Татьяна Архипенко окончила медуниверситет в Гомеле. Интернатуру проходила в больнице скорой помощи. С 1 августа трудится в роддоме. Девушка рассказала, что кроме подъемных, как молодой специалист, получает процент к зарплате. Нравится смотреть мамочек и их малышей. Очень мило, когда он еще не родился, но я его уже вижу изнутри. Вот сама обстановка, она очень благоприятная, дружелюбная, и всегда я рада приходить на работу и здесь находиться. Молодые специалисты приехали в Бобруйск из разных уголков страны. Новыми кадрами пополнились не только школы и поликлиники. Молодежь трудится на промышленных предприятиях, в торговле, культуре и спорте. Анастасия Похлёстова, Максим Галионко, Бобруйск, 360. В стране выздоровели выписанные из больниц 68 925 пациентов, поборовших коронавирус. Всего зарегистрировано 70 645 человек с COVID-19. Лаборатории провели без малого 1 478 000 тестов. Такие данные приводит Минздрав. Между тем, Белавия продлила приостановку рейсов в Россию. Полеты в соседнюю страну станут возможны лишь в середине сентября, сообщили в компании. В Воронеж, Казань и Нижний Новгород не получится улететь вплоть до 24 октября. Кроме того, белорусам не удастся попасть на самолете в Ригу и Ларнаку, Ашхабад, плюс во все аэропорты Грузии. Итальянский регион Сардинии оказал Бобруйской центральной больнице гуманитарную помощь. Иностранные коллеги выделили 4000 евро. За счет этих средств приобрели гемодинамический монитор. Аппарат изготовил завод «Интеграл». Размер экрана 12 дюймов. Устройство способно хранить и передавать информацию о состоянии исследуемого организма в режиме реального времени. Этот аппарат позволяет мониторировать жизненно важные функции реанимационных пациентов с COVID-инфекцией. Монитор установит в ближайшее время, ответили в администрации больницы. Отметим, Сардиния сотрудничает с Бобруйском и в рамках других проектов, в частности, активное долголетие и формирование здорового образа жизни. Увидела клубы дыма и набрала 101. Соседка помогла спасти дом от пламени. ЧП произошло в деревне Химы. Спустя считанные минуты после звонка очевидца на место происшествия прибыли спасатели. Тлела крыша, все было в дыму. Огнеборцам удалось спасти дом и сарай. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Также по всей площади повреждены перекрытия дома и веранды, и кровля веранды. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. С начала года в Бобруйском районе произошло 46 пожаров. Это почти на 40% больше, чем за такой же период 2019-го. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Уборочная подходит к концу. Кампания по иммунизации и ответы на все вопросы в стране создают единую базу данных ЖКХ. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии намолотили более 7,5 миллионов тонн зерна. Осталось убрать менее 10% площадей. В лидерах Минская область, следом идут Гродненский и Брестский регионы. Замыкают список Могилевщина и Витебщина. Средняя урожайность по стране составила почти 37,5 центнеров с гектара. Информация по капремонту, данные по отчету начисления расчетно-справочных центров, инвентаризация жилфонда, а также информация по обращениям граждан. В стране создают единую базу данных ЖКХ. Также через нее можно будет узнать информацию по любому объекту. Минский метрополитен перешел на зимний режим работы. Интервал движения поездов по будням в утренние и вечерние часы пик теперь составляет 2 минуты. Станция открыта для пассажиров с 5:30 до 0 часов 40 минут. В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа. В этом году кампания по иммунизации пройдет в особенных условиях. Во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов. Медики отмечают, с каждым годом они активнее развиваются. Прививки остаются наиболее действенным методом профилактики. Футболисты немецкой «Баварии» стали победителями Лиги чемпионов. В финале команда обыграла французский «Пари Сен-Жермен». В первом тайме команда не смогли отличиться. И только на 60-й минуте матча полузащитник «Баварии» Кингсли Коман ударом головой отправил мяч в ворота парижан. ПСЖ пытался отыграться, создал пару перспективных моментов, но пробить Мануэля Нойера так и не сумел. 1-0 – победа «Баварии». Немецкий клуб уже в шестой раз выигрывает Лигу чемпионов.
Включите фары. Завтра в стране стартует акция «Внимание, дети». Милиционеры, педагоги и родители объединят усилия для обеспечения безопасности детей в преддверии нового учебного года. Вблизи школы в местах интенсивного движения пешеходов будут дежурить сотрудники ГАИ. В День знаний сотрудники органов внутренних дел посетят торжественные линейки. Также запланированы тематические классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории и спортивно-обучающие занятия. Во время проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток со включенным ближним светом фар на транспортном средстве. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в размере до 2 базовых величин. Акция «Внимание, дети» продлится до 6 сентября. 22-й тур чемпионата страны по футболу преподнес очередную сенсацию. Действующий чемпион Брестская «Динамо» на родном стадионе пала перед Бобруйской «Белшиной». С первых минут матча инициативу взяли бело-голубые, а моменты возникали один за другим. И все же поразить ворота гостей брестчанам не удавалось. За несколько минут до перерыва Дмитрий Рекеш подхватил мяч в середине поля. Полузащитник выстрелил с 30 метров, рикошет и снаряд влетел в сетку «Динамовцев» 0-1. Во втором тайме болельщики увидели сразу два забитых мяча. На 53-й минуте Юзепчук восстановил равновесие, а на 60-й Ковель вывел бобручан вперед 1-2. Белшина набирает 3 очка и поднимается на 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Первый тайм, я скажу, в общем-то нам удался. Вот. Но, к сожалению, реализация сегодня нас подвела. Вот. Соперник воспользовался практически своими шансами, поэтому такой результат. Следующий матч подопечные Дмитрия Мигаса проведут 30 августа в рамках 1/16 Кубка Беларуси на выезде встретиться с Речица-Древом. Не продохнуть. Сегодня в Бобруйске было облачно с прояснениями. После обеда потеплело до 25 с плюсом. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. На завтра в Беларуси объявлено желтое предупреждение. В некоторых районах пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Утром сгустится слабый туман. Во время непогоды юго-западный ветер станет порывистым. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14, днем от 21 до 27 градусов тепла. Уже в среду похолодает, на термометрах будет максимум плюс 22. Главный аксессуар для завтрашнего образа – зонт. И прическа сохранится, и одежда не намокнет. Впрочем, можно носить с собой дождевик. Мощный шторм обрушился на остров Гаити, Доминиканскую республику и Пуэрто-Рико. Сильные ветер и проливные дожди оставили без электричества более миллиона человек. Из-за наводнений 120 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Сход оползней размыл дороги, погибло по меньшей мере 8 человек. На юго-востоке Австралии под конец зимы выпал снег. Сильные ветер и осадки привели к закрытию некоторых дорог. В ряде альпийских регионов свыше метра белого покрова. Это явление вызвало много позитивных эмоций. Соцсети запестрили фотографиями заснеженных городов, деревень и лесов. Завтра в Бобруйске будет пасмурно, лишь утром ненадолго выглянет солнце. Днем и вечером, согласно метеосводкам, будет гроза. Ветер подует с запада со скоростью 3-5 метров в секунду. Столбик термометра в светлое время суток поднимется до отметки в 24 градуса тепла. Ночью опустится до 14 со знаком плюс. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!